Как меня информируют, в вашей области очень успешно проводятся реформы, которые требуют, естественно, технического переоснащения. Вы знаете, что наша Беларусь – это не только машиностроительная страна, но и станкостроение широко развито. Тут мы можем вместе с вами поработать. Что-то мы можем вам поставить уже из того, что мы умеем делать. Поэтому предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования. Я заметил, что изучая вашу область, вы примерно по реформированию идете практически тем же путем, как и Беларусь. Главное, что есть эффект от этого. Поэтому здесь нам надо скоординироваться, сбалансировать так наши отношения, чтобы мы могли подставить плечо друг другу в любой момент. Наши промышленные бренды вам хорошо известны. Мы свою деятельность на огромном рынке России будем расширять. Сегодня на первый план вышла тема импортозамещения. Мы об этом много говорим. Это хорошо понимают и на самом высоком уровне, и у вас, и у нас. Задача трудная, но от результата ее решения будет во многом зависеть будущее наших стран. Но мы уже сегодня видим в течение года интенсивной работы по импортозамещению, что мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Мы обязательно справимся с решением этой задачи, и предпосылок у нас достаточно. Все чаще белорусские компании полностью переходят на российское и отечественное сырье и комплектующее. Как мне докладывают, что только экспорт двигателей Минского моторного завода в Челябинскую область за 9 месяцев в этом году вырос в 4,5 раза. Вы знаете, что мы всегда рады вашим специалистам, делегации вашей. У нас сегодня ждут вас и в нашем правительстве. Вы можете ознакомиться, будучи здесь, с новациями нашего машиностроения, обсудить условия поставок грузовой, дорожной, другой техники и оборудования. Наши возможности ничем не ограничены. Всегда готовы поделиться накопленным опытом и в АПК, и строительстве, и науке, медицине, гуманитарной сфере. Я убежден, что в результате вашего визита в Беларусь мы найдем дополнительные резервы развития двусторонних отношений с вашей областью. И хочу заверить, что все, о чем мы договоримся, будет железно исполняться.